детстве как-то я снимался в 2 года в фильме. Очень понравился режиссером, как я снимался. Потом почему-то я перестал, ну, вообще, как-то не пошел по этому пути. Думаю, что, может быть, какой-то шанс я просто упустил, и поэтому, вот, в общем, я здесь. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.